Сегодня в Анапе в очереди на детские садики зарегистрировано 6678 детей до 7 лет. Причем ставят в очередь даже новорожденных. В актуальной очереди от 3 до 7 лет 1810 детей, в том числе 1040, а это больше половины, идут по льготной очереди. Как будет решаться детский вопрос в городе-курорте и сколько дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях создадут в 2015 году, обсудили на совещании. Сокращение очереди реализуется, как я сказала ранее, за счет создания дополнительных мест на свободных площадях образовательных учреждений путем реконструкции зданий, помещений, строительства и выкупа новых зданий дошкольных учреждений. Глава города Сергей Сергеев выслушал отчет по работе в 2014 году, назвав ее неудовлетворительной. Мест в детских садах уже в этом году могло быть больше. Не выполнено мое поручение по проектированию и началу строительства садика за счет собственных средств. Вы думали, я просто воздух сотрясал? Я же в конечном итоге спрошу. В этом году продолжат практику строительства быстровозводимых модульных зданий. Также для строительства новых детских садиков уже определены площадки, готовится проектно-сметная документация. Согласно дорожной карте, к концу года детская очередь должна сократиться на 946 человек.